Более 1000 почтовых открыток с изображением Хабаровска собрал коллекционер Юрий Матюхин. Амурский мост, набережная, деревянное зодчество. Самые ранние открытки датированы 1904 годом выпуска. Репортаж Дарьи Неборы. Это утес спасательной станции 40-х годов, была построена. Памятник вот выглядывает на Лавровом мосту. Владелец коллекции сразу предупреждает – никаких вопросов о том, сколько стоит. Для профессионала в этом деле цена не имеет значения. Пошел в отпуск, нашел на птичий рынок или блошиный рынок и нашел. Раньше молодые, союз молодых архитекторов хабаровских выпускали тоже открыточки. Вот там я почерпнул несколько серий. Сейчас фестиваль «Амурские волны» тоже открыточки выйдут. По профессии Юрий инженер-конструктор. Уверен, что собирательство передается генетически. Его отец, коренной дальневосточник, в молодости коллекционировал открытки об охоте. Сын в детстве увлекался нумизматикой, затем стал собирать открытки с видами родного города. Ну, потому что более такая замкнутая тема – Хабаровск. Хабаровск – молодой город, и объем, скажем так, не очень большой. По сравнению с Москвой, с Петербургом. Там. Вот банк на Шевченко. Сейчас здесь расположен военно-исторический музей. Эта фотокарточка принадлежала когда-то американцу. Большинство почтовых карточек с хабаровскими видами начала 20 века были сделаны в японских типографиях. Особенно японские интервенты любили фотографироваться на Амурском мосту. Некоторые надписи Юрий смог перевести самостоятельно. С остальными должны поработать профессиональные переводчики. Там на горизонте мост, а надпись... гласит о том, что здесь рыбак сидит, рыбу будет. Это я переводил. Всего в коллекции Юрия более 1000 почтовых открыток. В этом году он представил их на городском конкурсе «Хранитель истории» и стал одним из победителей. Сегодня коллекционера приглашают в школы на уроки краеведения. Дарья Небора, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».